Инцидент произошел 6 ноября в доме 30 по улице Чистопольская. Стали менять лифты. У лифтеров есть разрешение на круглосуточные работы, так как весь дом из трех подъездов остался без лифтов. Жители верхних этажей терпят шум, так как ходить пешком к ремонтникам тяжело, а жители нижних вызывают постоянно полицию. А вчера жильцы сами пошли и начали разборки с рабочими, в ходе которой в ход пошло оружие, написал инсайдер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии.